внимание. Если вам мешает реклама, вы можете закрыть ее, просто нажав на крестик в правом верхнем углу рекламного блока. Так, значит, одного человека вот сюда, кто будет кое-что отгадывать. Можете капитана, можете любого. Капитан, решим, кого сюда. Я сам пойду. Иди сюда. Они. Иди сюда. Сам все угадаю. Так, сюда смотри. Слушайте, вы так же не играли. Вернись к нам спиной. Да, обнимитесь. По росту. Вот среди мальчики. Слушаем сюда. Значит, сейчас я вам дам секунд 20, может даже меньше. Вы должны, значит, придумать какое-нибудь слово из четырех букв. И будете... Любое. Из четырех? Ну, чтобы недолго. Вот, четырех букв. Значит, вы сейчас, обнявшись, будете опами писать это слово. Так, чтобы он догадался. По буквам. Вот вы подумаете, Давай. Из четырех букв. Значит, они сейчас будут опами писать. Ты так, ага. А ты отгадывать. И слово. Тихо. Существительное, например. Думайте. Это как это? Ну, да. За мои времена. Ну, говорите, как вы. Первая буква. Не дай бог, поехали. А мы все трое. Все трое одновременно. Три, четыре. А как он уследит-то? Похоже на первую букву? Люба, я вот не понял. У тебя вообще, да? Первая буква этого слова. Поехали. Ну, простой же. Вам надо выпить больше. И такой четкости. Ладно. Если ж вы такое, так писали. По буквам, что ли? Я говорю, пишем первую букву этого слова. Наталья, сам у меня прав встали. Три, четыре. За сколько я класс убил? Ну, по буквам я понял. Так, вторую букву. Третью букву. Я говорю, четыре всего. И последнюю букву. Кого шарит? Ты что, не понял? Не понял. Так, скажи, в чем писали? А кто писали вообще-то? Вы писали на доске. Так, вы встали. Давай так же, да? Они похудели у них. Да ладно. Вот как можно О писать, если Люба для приседания. Вот. Я понимаю О, да? Да. Но я не знаю. Ну как? Ты покажи О. Я эту букву написать. Еще раз. На О. Я не понял. А букву К? К, вот. Так. Надо репетировать алфавит сначала. Азбуку изучаю. Три. Слово. Слово. Так, приготовились. Значит, ты просто смотри. Первая буква. Обняться надо, между прочим. Так, давай договоримся. Какую мы делаем эту? Прописную или... Печатные. Все, поехали. Поехали.
Первая буква. Вторая. Так, это правда, по месту. Тебя уже не касается. Опа, уже одна микро. Смотрим, как внимательно смотрим. Я сравниваю. Вы чувствуете, мы ничего не говорим, они что-то там. Сейчас поэму напишут. Вы пока две написали. А что? Вот без сигнала, да? Они без сигнала. Первый я в пункт понял. Не только написали, а потом пока в голове. А что сказать? Как что? Четыре? Ладно, в общем, и там одинаково, никто не понял, да? Но это была... Пробная попа. Пробная попа. Я сказал жопу. Скажи, я по-русски сказал. Я же вас не обязательно. Давай, садись, дай, замечательно.